200 юнармейцев из 14 субъектов округа собрались в Оренбурге на военно-спортивных играх «Зорница-Поволжья-2017». Все участники – победители школьных, городских и республиканских соревнований. Сильнейшие зорничники округа будут состязаться в беге на 60 и 1000 метров, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, силовой гимнастике и военной подготовке спортивным ориентированием. В соревнованиях по преодолению полосы препятствий команда из Чувашии заняла второе место. В силовой гимнастике в личном первенстве третье место завоевал Александр Софьянов, а победил Максим Молочников. Он смог подтянуться 31 раз. В метании гранаты команда нашей республики заняла пятое место. В программе «Зорницы Поволжья» тактическая игра на местности и военно-историческая викторина. Команда-победительница будет защищать честь Приволжского федерального округа в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа».